Такая совместная работа ведется в городе с 2018 года. Волжане на местах решают, какую дорогу и когда необходимо отремонтировать. На основе этих пожеланий общественные окружные советы формируют перечень ремонта внутриквартальных дорог. Список дорожных объектов, требующих обновления или строительства, активисты направляют в Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского. После отбора объектов выделяется необходимый объем финансирования. Так, в этом году на ремонт внутриквартальных проездов округам будет выделено почти 18 миллионов рублей. На ремонт и устройство пешеходных дорожек во дворах 11 миллионов рублей. Сейчас уже подготовлен муниципальный заказ. Работу на объектах подрядчики начнут в начале апреля после проведения аукциона.